Всем привет, YouTube, с вами Арти, у нас продолжение, вы по превьюшке уже увидели. Это Men of Medan, мы продолжаем, это вторая часть. Мы нырнули, мы увидели самолет, все, дальше смотрим, что происходит у нас на корабле. Я надеюсь, тебе прохождение от моего лица нравится, поэтому поставь лайк, пожалуйста, напиши какой-нибудь комментарий. И погнали смотреть дальше. Men of Medan, ну тут мы остановились, собственно, вот тут прям. Где моя камера? Погнали. Так, почему бы и нет? Да, мы не будем бухать. Бас, мы не будем бухать. Мне пока что надо следить за твоими друзьями. Он хотел отвлечь. Красивый у тебя корабль. А деньги откуда? Долгая история. В натуре, блин. Это долгая история. Зачем оно тебе нужно знать? Сразу и не объяснишь. Да и я парень непростой. Давай. Ну, я несколько раз ходила в банк. И подписала там кучу бумаг с большими цифрами. Так, ты взяла... А ты умнее, чем кажешься. Если захочешь, может, моя семья вложится в твой бизнес. Ага. Очень щедрая обида, я создал свой бизнес с нуля. В натуре, блин, слушай, она независимая женщина. Я создала свое дело с нуля. Взяла кредит на яхту, и другой помощи мне не надо. Спасибо. Спасибо. Что за звук? Знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюков Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Ну, короче, он хотел к ней подкатить жестенько, да, так, но ладно. Так, подготовь. А, ну давай подготовим, кстати. Так, он выключил, мы включим. Погода ясная. А, но через 4 часа будет гроза. Держу в курсе. Так. Аномалия. Надо приглядывать за облаками. За облака, я понял. О-оу. Становится довольно людно. Нам что-то плывет? Нам что-то плывет. Ну чё, как дела? Можешь следить за погружением. В натуре, блин. Следи чё за ты... погружением. Я осмотрю яхту. Как прикажете. Сидишь, блин. Я серьезно. Мне он уже не нравится. Это тебе не шуточки, Конрад. В натуре, или делай нормально, или не берись. О, ладно. Я понял. Ему лишь бы пиво бухнуть. Серьезно. Серьезно. Промолчу, короче. Буду умнее, промолчу. Эй, я просто хочу отдохнуть. В смысле отдохнуть? Там два человека нырнули, алло. Надо бы брата посмотреть, по идее. Так, давай чекнем, что тут у нас. Он интересно. Какой необычный рэк. Теперь не влипнуть бы в неприятности. Он в реальном времени снимает, интересно. Или это просто готовые фотографии, которые я уже посмотрел? Сейчас фотки быстрее листаются. Там что-то было, или мне кажется? В кабине показалось, что это было. Нет, тут ничего нету. Красиво. Так, что мы тут можем посмотреть? А у нас рация с ним есть. Логично. Джули, это Дюк. Алекс, это Дюк. Люди отвечают. Что делать в такой ситуации? Это что такое? Бинокль. Что мы в бинокль можем увидеть, если они просто нырнули? Маячок? Или что это было? Почему он пропал? А я могу что-то увидеть вообще, хоть что-то? Или не могу? Блин, тут видели, эта штука была? Я же не дурак, не дурак. Вот здесь был. Как-то она на эту штуку вообще не реагирует. И хотя я бы в их ситуации среагировал бы. Они ушли незаконно, никому не сказав. Военный корабль смотреть. Военный самолет. При этом от них связи никакой нет. Пойдем посмотрим, что брат делает, ладно. Ну что, музыку слушает? Подожди. Это же наш корабль. Тот не смог, да, вот здесь посмотреть? О, посмотри, что-то мигает. Ну, открывай. Что это? Что-то свои же бумажки посмотрела и забила. Ну, в принципе, я бы тоже забил, какая разница. Так, а тут что? А это, наверное, наша каюта, да? Или что это?
Картина покажет будущее. Зачем я их тут держу? Странно, ладно. Ладно, понял. Так, да ё-моё. Что там брат делает? Он до сих пор просто лежит или что? Книжка про Шрауда. Блин, она просто копошится в вещах. Духи я уже смотрел. Все, оставь чужие. Ты капитан или что? Читал кто-нибудь чат эту книжку? Напишите мне. Или вообще кто-нибудь гуглил, существует такая книга? Мне прям интересно. Иногда же разработчики добавляют такие вот штуки в игры. Типа, она, я не удивлюсь, если эта книга существует, ее действительно там кто-то написал. И она какая-нибудь популярная. Так, подожди, что-то я не понял ничего. А братан-то где? Как ты тут? А, все. Мучаюсь из-за пива. Чувствую себя лузером. Полегче с выпивкой. Вы жена, полегче с выпивкой. Я должен быть. Полегче с выпивкой. Должен быть строгим капитаном. В открытом море пить опасно, так и до беды недалеко. Принято. Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Надеюсь, они знают, что делают. Да. Надеюсь, они все-таки знают, что делают. На глубине в 20 метров это важно. Конечно, важно. О, эй, какие-то ребята едут. Смотри, там лодка. Если чем это какие-то... Нужно? Если это правительство, это капец. Это не береговая охрана, рыбацкая лодка. Это напряжение. Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? Здесь оружие у нее есть. Молчи, я разберусь, что-то не так. Что-то тут... В натуре, они прям едут прямо сюда. Не лезь и лучше помалкивай. Понял? Они едут прямо туда, где она сказала, что очень мало... Тех, кто ныряет, очень мало... Не за дайвера. Злость. Ну ладно, мы не будем про дайверов пока говорить. Нельзя. Вы что вообще делаете? Что-то они какую-то мутную штуку провернули только что, мне кажется. Вы нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Вот придурок, а. Ай, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Чё-то он полез жестко как-то. Блин, где ребята там плавают? Неужели они поплыли в этот самолет? Господи, да я бы на него, я бы его со стороны увидел, увидел бы его размеры, потому что он, наверное, просто огромный этот самолетище. Я говорю, корабль, самолетище. Я бы его просто бы даже не стал бы рассматривать от страха. Прикиньте, он там сколько лет пролежал. Вообще неизвестно, какое у него состояние. Вообще в такие штуки залазят, должны залазить вот прям профессионалы. Потому что фиг его знает, он его могла... Сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад, правда? Правда. Его могла вода так расщепить, что он от прикосновения мог бы разрушиться, наверное. Ну, мне так кажется. Смотря какой металл, конечно. 20 июня. Рек на юге Тихого океана. Мы пролезем здесь. Жесть, просто не лезьте, пожалуйста, туда. А-а-а. Еще вот эти узкие пространства. Вон штырь торчит. Сейчас он повредит что-нибудь, и все, габелла. Я не успел нажать, я не был готов. А я про этот штырь сказал, между прочим. А, пропустишь даму? О, офигеть, нам еще и плавать в таком этом. Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. О, щит. Управляется очень круто, ребят. Подожди, подожди, подожди. Что ты пропустил? Ну все, не будем тратить время. Картина. Вперед, к открытию. Видение открыто. Что-то у нее сердечком будет не так, знаешь? Жесть, какие вы глупцы. Я бы в жизни бы туда не полез. Что там еще? Давай еще сюда попробую залезть.
Там что-то есть. Стой! Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Расслабься ты. Может быть это не... Давай посмотрим, что будет. Не обламывай мне кайф. Все хорошо. Кайф? Серьезно? Я просто беспокоюсь о тебе. Офигеть, я бы не полез. Не бойся рискнуть. Она и маску снимет. Оу, я не хотел тогда это нажимать. Я не думал, что так будет. О, нифига. Ладно, спрутиков маленьких можно не бояться. Осьминожек. Спрут — это же большая штука, да, по-моему, чё-то? Подскажи в комментах как-нибудь. Если будешь смотреть, а ты будешь... Да я не успеваю, подожди. Я ее сейчас заруиню. Другая кнопка тоже. Нормально, я успел. Айспена первая этой по... Все нормально. Жесть, ради какой-то фотографии. Господи, люди иногда такие, конечно, люди. Если совершишь ошибку, это конец. У нас всего один шанс. Вызов. Беспечность. Мы беспечными будем. Расслабься, видишь, я жива. No problem. No problem, да. Только что чуть не погибло. Вот ради чего. Идет поиск. Область поиска 1, 2, 3. Чисто, чисто, чисто. Всего? Перевернуть можно? Написано вот. Самолет спасательный. Да, служба воздушно-спасательных операций. Тип самолета — визуальный поисковый полет. Поисково-спасательный самолет. Опознавательный код Ковальский. Кто помнит Ковальский из пингвинов? Пингвины, по-моему, да? Ставьте плюсик в комменты. Или Ковальский, хэштег Ковальский. Авиабаза США, остров пункт назначения, господи. Так, ношения обновлены. Ну ладно, на помощь кораблю, я понял. Мы обнаружим этот корабль, да, я так понимаю. Что тут я нашел? Пуля. Калибр-то не маленький, ни хрена себе, что за пуля такая. Офигеть, какая здоровая пуля. Найден следы секрет. По всему фюзеляжу. Пуля зенитного орудия. Брэд обалдеет, когда это увидит. Ну, корабль заруинили, короче, его подбили. Тут еще есть. Внизу тоже нужно смотреть. А наверху? Наверху нельзя. Видите, какой узенький корабль, и мы вдвоем туда смотри, поплыли. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Странно. Это очень странно. Одной шлюпки не хватает. На один секрет. Посмотрим, что еще тут осталось. У него такая экшн-камера, которая в такой темноте это фоткает. Тут еще осталось. Вон еще что-то вижу. О боже! А, офигеть, труп нашли. Он что-то держит. Офигеть, я бы взял, ладно. Чат, я бы взял. Да и ты бы взял, я больше чем уверен. Что это? А, это фотка, наверное, родных, близких. Ого. Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец. Да в смысле знали? По ним начали стрелять, как они могли знать? А, все, я случайно. По ним же стреляли, как они могут знать, что им конец? А, ты слышал? Проверим. Курс изменен. Окей. Блин, игра постоянно в напряжении держит. Это круто. Ладно, я согласен, что это круто. Почему у него рука двигается? Фу, блин. Плохой исход. Руки вспотели.
Дураки, блин. Пилот и второй пилот. Я так всматривался в эту глубину, что чуть не уделался. В катастрофе мне бы умереть не хотелось. Что они делают? Что происходит? Надо отсюда выбираться. Срочно. Так вот, плывите сейчас. Еще и акула. Акула? Здесь акула? Ну иди сюда. Темноперая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Он шарит, смотри. Постой. Ладно. Думал, это подходящий момент. Но не был в этом до конца уверен. Блин, это потому что я ему сказал, будь смелым, да? Он ей сейчас предложение сделает? Все-таки. О! Под водой так и не поймешь, но я на коленях. Ага. Джулия, выйдешь за меня? Я не думал то, что твое будет. Изумление, подозрение. Не, давай изумление. Потому что я в шоке просто. Блин. Алекс, прости, я не хотела. Я просто... Мы чуть не умерли. Джулия, я серьезно. Офигеть, любовь, да, шок, мне нужен. Да, любовь, конечно, да, под водой он сделал предложение. Хотя она странная. Вау, прямо сказка какая-то. С каким концом? Да, да, конечно, я за тебя выйду. Блин, я чувствую, я сейчас заруиню, по ходу дела. Сейчас что-то будет, прям выплывет, прям на них, да? Ну что, прекрасный принц, может, настала пора выбираться? Давайте быстрее наверх, пожалуйста. Говорит Джулия, мы поднимаемся, ждите. Эй, а тут там другая лодка. Блин, у меня есть подозрение, что мы сейчас поднимемся и там все будут перестреляны к херам. Может быть такое? Джулия, плановая декомпрессия. Эй! Черт! Что за хрень? Нам чего? Надо подниматься! Стой! Плановая декомпрессия! Что за декомпрессия? Да не, испуг, я бы испугался. Прости, нет. Прости, там же мой брат. Джулия. Я понимаю, что это... Ждать-то несколько секунд. Слишком долго. Ладно, давай слишком долго. Как же это долго, просто пытка. Еще несколько секунд. Все, можно. Давай, давай. Эй, что там у вас творится? Что здесь такое? А, ну все, они живы. Ничего такого. Все уже нормально. Господи, они что, шашлык жарили, что ли? О, пустяк. Твой младший братец просто решил взорвать мой гриль. Конрад, ты просто неисправим. Фу, блин, я думал, у них там что-то произошло. Там за лодка была, давайте а так. А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите, что-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. Господи, хватит! Вы можете все на секунду заткнуться? Охренеть! А ну, братан, поздравляю! Это круто. Сейчас будем праздновать. Даже она рада, смотри, нифига себе. Чёрствый. Чёрствый капитан корабельный наш. И то рада. Прикольно. Это прикольно. Пока ничего такого не было в истории, кроме того, что мы нашли самолет, который стопудово летел к тому кораблю, на котором что-то произошло. Знакомитесь с нашими искателями приключений. Алекс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. И Джулия – любовь всей жизни Алекса. А он ее любовь. А Конрад – храбрый парень, не так ли? Или, может быть, самоуверенный? А вот и капитан Флис. Сильная, решительная, упрямая. Похоже, на нее не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Будьте уверены, вы помогли им принять решение, которое их еще порадует? Прекрасно. Прекрасно.
Интересно, я правильно все сделал? Убил кого-нибудь или нет? Ну, в плане, в будущем они погибнут или нет? Или я все правильно сделал? И вообще, в первом вот этом, в первой части пролога они могут погибнуть, чи нет? Напишите, кстати, кто смотрел у кого-то у другого, и вам интересно у меня смотреть, что могло произойти вот в этой первой части игры. Не то, чтобы прям погибли. А этот болван? Болван? Этот болван достает не знаю откуда кольцо. Кстати, где хоть ты его прятал? Ну, не при дамах же. Можете себе представить, в каком я была отпаде? Ну чё, стильно, братишка. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пива? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот. Ты скоро будешь миссис Смит, как ощущение? Ну, радость, конечно, они же любовники, ё-моё. По-честному? Я как-то не думала, но звучит и в самом деле неплохо. Неплохо. Значит, все запланируем и обсудим. Свадьбу. Свадьба. Ну, давай эмоциональность. Вот теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. Так боялся. Видели лицо? Заверение. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Я очень рад. Ты сказала «да», и я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. Давай, обожаю тебя. Я люблю тебя, Алекс. У нас хорошие отношения, все хорошо. Куда все делись? У нас же такой повод для праздника. Я их найду. Отдыхай пока. Пойду-ка их найду. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. О, щит, они там могут это, да? И где же? Ну, волшебные врата. Не удобрись. Недовольство. Давай за брата. Я хочу принести извинения за брата, который ведет себя как пацан озабоченный. Не страшно. Пацанам управу найду. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Просто отправил его. Нормально. Так, сейчас будет история у камина. Раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Эй. А что это лежит у нас тут? Ну, как ощущение после помолвки? РТ-дак. А, камера. Столько об этом думал. И чё? А чё она такая... Вот здесь на свету, смотри, аккуратно. Оп, заляпанная вся. Так. Нормально, фотка, нормально. Слушай, фоткает вообще круто. Waterproof. 1080p снимает. Неплохо. Служба воздушных спасательных операций, остров Конуин. То есть, смотрите, с этого острова самолет, получается, был отправлен вот к тому кораблю, который был в начале, с первой серии. Прикольно. Офигеть, что за снимки, конечно. Прикиньте такие снимки, блин. Прикиньте, сколько они бы стоили бы в какой-нибудь научный журнал. И все, и дальше уже заново, да? Да, прикольно. А че я не выключил? Ну ладно. Эй, где планшет? А, прости, я отвлеклась. Ничего, найдем его. Май, у кого-то что-то будет, нет? Они вдвоем пошли. Под пивасиком вечером. Ну, камон, серьезно, ничего не... Вот-вот. Полегче, тигр. Нас там ждут. Да в смысле, мне надо-то 2 минуты, вот. Алло. Чат, кому надо 2 минуты, можете коммент оставить. Так, пивасик.
от этого откажется. Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Офигеть. Значение самолета? Блин, я бы поплыл, наверное. Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Нашли план полета. Похоже, это был спасательный самолет. Да, логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Это логично, да. Из фюзеляжа вытащила. Ха. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ничего там не трогать. Не начинай опять. Я сейчас не про закон. Но мертвых они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Да пренебрежение, что на глупости какие-то говорят? Никто не знает, что мы там были, а призраки не расскажут. Вы, американцы, все одинаковые. Чужие традиции ни во что не ставите. Вам странная вообще она, не конечно. Надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история, случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Будем вместе, да. Послушай, да, послушаем историю. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Конечно, про кораблик, да, наверное, бредовый. Ладно, поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? Господи, он еще даже не рассказал ничего. В порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога. И за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Так... Все мысли об этом. Но она уже припила, поэтому мы висели. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Ну, у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо, тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Ну, все, он всю историю испортил. Меня же радиовиста в натуре, вот что? Стоп, ты орудие убийства сменил? А говорил все по правде? Но там же столько крови было. Поди разбери крюк, топор. Ладно, и кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там. Сидит в шкафу. Муж, значит. Предостережение всем будущим женам. Эй, не отмажешься. Ты попалась. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу. Открывает и... Так и есть. И так и есть, ничего там нет. Человек. А, нет, смотри. И он выпустил себе кишки крюком для мяса. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит... что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. Как он такое лицо сделал? Вот это поворот. Круто. Жесть. Лихо закрутил. Ну не, нормально было, нормально. Это прикольно. Здорово. Да, кровище ты не пожалел. А вот капитан корабля вряд ли рада этой истории, я думаю.
Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Развести я пытается. Морского надзорного органа. Подраздел 10-19. Стандартный, говорит, протокол. В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво? Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Рубишь фишку, друг. Не, я пас. Да. Да. Погода, конечно, капец. Но мы видели на прибор на этой штуке, то, что там проблема будет с погодкой. Хотя температура вроде не особо упадет. Дюков Медан. Блин, я бы не смог начать. Я даже не представляю. Чего? Офигеть. Я бы не смог на корабле уснуть. Хотя, казалось бы, да. Там опасность только... только в том, что он может затонуть. Никто же не может ночью к тебе приплыть. Офигеть. Я надеюсь, что это сон у кого-то. Это те моряки, да? Я не то нажал. У меня опять клавиатура была. Розочка ему в глаз. Это те моряки, стопудово, инфосотка, чекай. Да, да, да. Офигеть. Что, ножичек маленький у него. Для абордажа. Да вон он, вот этот его, который ведет, этот цвет, он. Вот этот чернокожий с одним глазом белесом. Офигеть. Прикиньте, да, они их выждали, блин, это ж жестко. А, ну вот он, да. Офигеть. Они, наверное, искали этот самолет и искали координаты. Но это было бы в стиле боевиков таких. Они вот, ну, они ищут стопудово снять ленту. Давай сначала капитану снимем. Давай снимем всем тогда уж ленту. Блин, а где его? А, вот жена его на месте, да. Джулия, ты как? Нормально. Почему у него кровь идет уже? Офигеть. Уже почти. Прикиньте, какая трышня это. Смотри, какая умничка. Новости. Хорошая и плохая. Плохая? Да куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их... А хорошая нет. И что тут хорошего? Я думал, с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Где братан-то его? Алекс, что они с нами сделают? И думать не хочу. Надо выбираться. Вот мы влипли. Смотреть, развязать. Давай сначала осмотрим. Куда же развязать? Сейчас мы развяжем, они увидят, зайдут, и нам тогда точно не сдобровать. Вот, видишь, он идет. А если бы... Че без камеры? А если бы мы начали сейчас развязываться, я думаю, было бы хуже. Блин, ну почему у меня появляются кнопки клавиатуры изначально? На, сука. Я с тобой потом разберусь.
не знаю, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма кусок. Слышь, жестко, парень. Жестко. О, тихо. Богатенький мальчик решил вступиться. Селезеночку тебе. Ты имеешь всерьез, что тебе надо? Легкомыслие, давай, он легкомысленный. Я думаю, по сюжету так и должно быть. Ну да, ты прям дамский угодник. Наверное, не то выбрал, да? О, щит, в натуре не то выбрал. Но они же не убийцы, они бы уже порешали бы давно. Значит, они не хотят убивать. Да-да-да, видишь, остынь. Волнение, не противостояние. Мы не будем волноваться. Эй, я тебя убью! Офигеть, фу, маленький кусочек. О, прикиньте, как это больно. Потом с ним разберемся. Ну, она поняла, что он, короче, герой там и все такое. Типа красава. Видишь, для богатенького он, смотри, он... Он принял удар, как бы. Возмущение, возмущение, конечно. Вот, я же говорю, брат где-то должен быть. Ножницы? Да просто руки назад заведи, да и все. Да-да-да. Сейчас можно прессануть, сейчас можно прессануть. Господи, Конрад! Все нормально, только кусочка уха нету. Как у кошаков, знаете, у старых. Что-то у него позднее зажигание, алло, руки развязаны. Он должен был сразу бахнуть. Рандом. Хлебар, закрой. Осуждаю. Сразу говорю, YouTube, я осуждаю. YouTube вроде за такое не банит. Но я осуждаю. А Флис, я смотрю, с ними прямо спелась. Опачки, он ее подозревает теперь. Брэда видел? Да. Не бойся, он прячется. Давай. Повернись. Слушай, ну у них только ножи, по сути. Типа, в теории, конечно, они могли бы с ними справиться. Взрослые мужики, их три человека. Три на три плюс девки. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Так, идут. Проверяй, попробовали напрыгнуть. Нет, ну что за хрень? Там чувак в костюме вот этот. Которого вначале в заставке показывали в первой серии еще. Что вы делали? Ничего, не трогали меня. Ничего, в том-то и дело так. В том-то и дело, ничего не делали. Что? Сколько у них денег? Алекс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Ой, господи, да пофиг на это кольцо. Ничего. С ума сошла, что ли? Сейчас бы за кольцо переживать. Будем ждать, что они решат с нами делать. Да в смысле, вы же развязанные. Жестенько. Что за FPS упал? Он считает? 8 секунд. Шторм в 8 милях. У них был катер, может его угнать? Да. Нифига он шарит как? Да, у них катер. Говоря, есть пистолет. Ну, кто-то может пробраться на катер. Дать сос. Ну, давай оптимизмом. Если отвлечете их, я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву.
7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Каждый на 7 секунду. На 7 секунду надо бить будет. Я вылезу в окно и на катер. А вы пока отвлеките их. Конрад, ты смотри в оба и двигай на катер. Ладно, пошли. О чем ты думал? Я же вовремя ударил. Хрен это. Конрад, двигай на катер. Да я вовремя ударил. Ладно, ладно. Так, мы играем. Спокойно. Главное быть спокойным в такой ситуации. Ножик, нет, ну ты же не будешь схватить нож, сбежать. Схватить нож, я не могу их оставить. Я не успел. Тихо, 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 я успел, чат. Бросай. Сборище дилетантов. Флис, я справлюсь. Доверься мне. Да, пока он его не застрелит сейчас. Плохо, плохо. Плохо, плохо сработано, плохо. Что ты делаешь, идиот? Тише! Не сделай хуже. Лучше не глупи, пацан. Катер! На катер беги! Он хочет меня убить, Торс. Блин, ну давай попробуем взять, но это хорошим языком. Ты крыса, я так и знал. Я так и знал, кому я доверился. Господи, чуваку, у которого даже глаза нет. Не просто так у него глаза нет. Вилка раз или в жопу глаз. Он так красава у них, жесткий. Не нужно, нужно было ему не доверять. Садись вон там. Живо. Ладно, у нас есть еще один шанс. У нас есть братан, который прячется до сих пор. Она за яхту боится. Господи, да уже бы дали им все, что им нужно. Спросили бы, что вам надо, отдали бы и сказали бы, все, валите. Ну да, да, я так и знал, они нашли. Сюда. То, что искали. Жестко. Кто из вас мне расскажет про это маньчжурское золото? Маньчжурское, так никто не расскажет, алё, мы сами только нашли. Я думал, они знают, куда они идут. Странно. Че, он всю ночь будет так стоять целиться? 21 июня. Все события произошли 22 июня, жесткие, да, я так понимаю? Эй, Конрад. Ты сделал, что смог. Так! Заткнулись, живо! Английский, мы просто разговаривали, успокойся, братан. Просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Про маньчжурское. В сговоре. Как ты смеешь? Я бы разозлился, капец. Ты с ума сошел? Как тебе в голову эта хрень пришла? Как ты только смеешь, мажор чертов. Вы все заодно. Это ловушка, и ты нас подставила. Эй, мудила. Рот закрой. Я опять не успел, блин.
Я не понимаю, когда здесь катсцена, а когда здесь нужно жмякать. Тихо, все вы. Тихо. А что было бы, если бы я успел, интересно? Это жесть. Уже по-хорошему пора бы серию заканчивать, а я не могу закончить. Узнай, сколько продлится шторм. Ну только, давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Я не знаю, что сделать. Давайте вот так попробуем. Это будет жестко, конечно. Нас похитили. Повторяю, СОС, мы в 20 милях к селу. Чертовы пираты, не получите ничего. Вас поймают. Вам это с рук не сойдет, ублюдок. Полиция вас вызовет. Она же жесткая, должна быть жесткая до конца. Я не успел, господи, пожалуйста. Я смотрю просто фильм. Хорошо, когда люди помогают. Согласна? Правда? Дернись еще раз, пожалуйста, я буду готов сейчас. Игра так и хочет, чтобы что-то произошло. Помочь, поможем. Я не то нажал. И вот сейчас мой фейл. Вперед! Давай. Я капец как не привык на джойстике играть. И сорян, если пропускаю какие-то важные моменты из-за этого. Но я просто смотрю кино. Да, конечно, прячется внизу, где все затапливается. Он может помочь, Трига, он может утонуть. Он может помочь, сердце чувствует. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Я не знаю, как, правда. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово, он же может там погибнуть. Брэд взрослый, не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Блин, а может быть ему нужно было помочь, знаешь? А, офигеть, это тот корабль, да? Я думал, он затонувший будет. Оу, щит. Интересно, они по координатам прям плыли? А, да, вон этот чувак, который упал. Офигеть. Пока никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе. Мне очень нравится то, что здесь есть вот этот чувак, ведущий. Мне очень нравится. Я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Давай. Мне любопытно, крайне любопытно. Отлично. Он же сказал, что он может помочь. Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец, акт 2, сцена 7. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит.
Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Опа. Не следовало мне этого говорить. Жесть, жесть. Так, ну что? Блин, все интереснее и интереснее, вот без шуток. Есть вот игры, типа стрелялки, моба, где вы смотрите за скиллом и вам интересно. Но есть сюжетные игры, как вот это. Это просто кино. Я особо здесь ничего не делаю, я даже на кнопки не успеваю нажимать, но я смотрю, вот так вот сам смотрю вдумчиво. Короче, вторая серия подошла к концу, я надеюсь, тебе она понравилась. Ставь лайк, ставь комментарий, подписывайся на группу ВК, мы будем там все это обсуждать, туда это все будет, естественно, тоже выкладываться, как и на YouTube и все такое подобное, вот. Я жду от тебя активности, собственно, мы продолжим, Man of Pedas, я думаю, я его в любом случае пройду, мне крайне интересно, надеюсь, тебе тоже, поэтому спасибо, что посмотрел, и пока. Тут должна быть музычка. Ладно, слева, как обычная подписка. Сверху, справа, сверху и справа, снизу два последних ролика, которые тебе стоит посмотреть. И увидимся.